99% жилых домов и 99,9% объектов соцсферы Самары подключены к отоплению. Продолжается адресная работа, связанная с регулировкой систем отопления, устранением повреждений в случае их возникновения и другими вопросами. Об этом говорили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации, которое провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Также он напомнил, что для жителей работают горячие линии по вопросам отопления в районных администрациях и в департаменте городского хозяйства и экологии. Вице-мэр поручил оперативно принимать в работу поступившие обращения и контролировать ситуацию до тех пор, пока теплоресурс не будет стабильно поступать в жилые дома. Надо на сегодняшний день у себя организовать тоже в районах и нормализовать работу поквартирно. Где-то завоздушено, где-то еще задвижки не закрыты, или управляющая компания не подошла со своими слесарями к этому вопросу.